Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Средство передвижения стало роскошью. Лишь 5% дагестанских семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автотранспорт. Помощь всегда приветствуется, особенно в трудную минуту. Дагестанские школьники собрали деньги для беженцев из Палестины. Объединить искусство и спорт. Такую задачу поставил перед собой и успешно выполняет уже 8-й год Гамид Алибеков. Семь человек погибли, еще 42 пострадали в ДТП на дорогах Дагестана, сообщает Госавтоинспекция Республики. Это неутешительная статистика только за минувшую неделю. За указанный период произошло 29 аварий. Одна из них пришлась на воскресенье, когда в регионе выпал небольшой снег, а на дорогах образовался гололед. Так, в Буйнакском районе у Гемринского тоннеля водитель «Лады Калина» съехал на обочину встречного направления и столкнулся с другим авто. В результате происшествия на месте скончалась 9-летняя девочка. Травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Причиной ДТП могло стать то, что мужчина вовремя не поменял летние шины на зимние. Но проблему с заменой шины и гололедицы испытывают не все дагестанцы, только потому, что нет машины. Республика в списке аутсайдеров по доступности покупки автомобилей. Лишь 5% семей могут позволить себе купить и содержать недорогой новый автотранспорт. Об этом говорится в исследовании РИА Новости. При анализе эксперты за основу брали несколько показателей. Это возможность семьи вносить ежемесячный платеж за кредит, содержать транспорт и осуществлять повседневные расходы. Отметим, что в аутсайдерах по данному показателю и другие регионы СКФА – Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария. По данным исследования, доступность автомобиля существенно снизилась в целом по стране за счет роста цен на машины и кредитных ставок, а также из-за общей высокой инфляции. О покупке машины и не приходится говорить, когда прожиточный минимум на душу населения в Дагестане – 12 667 рублей. Правда, со следующего года он поднимется до 14 062. Соответствующее постановление подписало правительство республики. Показатель этот вырос почти на 7,5%. Отметим, что размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости, расчете некоторых мер господдержки, в том числе ежемесячных пособий на ребенка. Дагестанские школьники собрали деньги для беженцев из Палестины. По итогам сбора благотворительный фонд «Инсан» организовал для инициативных школьников Дагестана и переселенцев из Палестины праздничные мероприятия. На нем дети и передали собранные средства. Инициаторами встречи стали Министерство по национальной политике и делам религии Дагестана совместно с благотворительным фондом «Инсан», администрацией и депутатским корпусом города Махачкалы. Детей ждали подарки, развлечения и вкусные угощения. К нам в фонд поступило очень много звонков от дагестанцев, которые хотели помочь. Очень важный момент. Сегодня дети Гунипской школы были инициаторами. Они лично собрали денежные средства, вот так хотели именно детям Палестины передать эти средства. Поэтому вот сегодня такое необычное будет у нас сейчас передача этих денежных средств, которые дети передадут детям. Вам большое, дагестанский народ, за все добро, которое вы нам делаете, за теплые чувства, теплые встречи, гостеприимство и ваши щедрости. Мы искренне вас всех понимаем и сопереживаем. Сегодня хотелось бы пожелать вам благополучия, скорейшего мира на вашей земле и светлого будущего. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану получили 32 новых служебных автомобиля марки «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления. Ключи от транспортных средств бойцам вручили в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов и представители правительства Дагестана. То, что вы сегодня получаете новую автомобильную технику, это работа, которая проводится руководством нашей страны, руководством Росгвардии для обеспечения нас с вами современными видами вооружения военной специальной техники. На данных автомобилях, которые вы получили,
введены более 50 различных изменений в конструкцию для того, чтобы автомобильная техника надежно служила вам и качественно вы выполняли поставленные задачи. Отметим, что на территории нашей республики ежедневно обеспечивают безопасность 14 экипажей вневедомственной охраны. Всего же дагестанские росгвардейцы взяли под свой контроль около 4000 различных объектов, квартир и транспортных средств. Объединить искусство и спорт. Такую задачу поставил перед собой и успешно выполняет уже 8-й год Гамит Алибеков. В Махачкале впервые прошла масштабная арт-выставка молодого дагестанского художника. Мероприятие посетили чемпионы мира, Европы по боксу и борьбе, а также известные бойцы ММА. Тему продолжит Курбан Рагимов. Ему слово. Фойе музея «Россия. Моя история», спортсмены и юные художники. Представителей двух абсолютно разных направлений объединила выставка «Спорт. Искусство». Команда Гамида Алибекова вот уже 8-й год пишет портреты известных представителей единоборств. Но мероприятие на родине молодой художник из Каспийска проводит впервые. Ранее все выставки проекта проходили в Москве. Большое дело начиналось с маленьких шагов. На ранних этапах он рисовал и вручал портреты таким звездам ММА, как Джон Джонс и Федор Емельяненко. Сегодня мы проводим выставки масштабные, детские, которые также пропагандируют тематику спорта, куда приходят чемпионы мира, олимпийские чемпионы, бойцы UFC. То есть дети должны знать героя спорта в лицо. Мы этому способствуем. Эта идея зародилась от того, что мы сами спортсмены, любили это дело, и у меня художественное образование. И вот сейчас мы как бы соединили эти два дела в одно. И сейчас, видите, как бы определенных масштабов достигли. Путь Гамида вдохновит новое поколение, уверены многие гости мероприятия. На выставке также представлены работы воспитанников детской художественной школы Каспийска. Будущие мастера кисти впервые рисовали на спортивную тематику. Здесь же всех ждала насыщенная шоу-программа, различные выступления и конкурсы. Так, спортсмены взяли в руки карандаши, а юные художники участвовали в спортивной викторине. На самом деле видим, что он вышел на высокий очень уровень, люди смотрят, люди приходят на эти выставки, то есть посещают, это популяризация не только спорта, то есть, но и другого направления. То есть я считаю, что здесь дети могут найти себя не только в спорте, есть люди, которые больше расположены к искусству, поэтому это тоже правильно, я думаю, то, что каждый ребенок найдет себя именно в своем деле и где он будет максимально полезен. Воплощать свои идеи в реальность – дело всей жизни Гамида. В планах продолжить развитие любимого дела и передавать опыт молодежи. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. До встречи.